Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Барбосиками приветствуем вас в новом выпуске «Художник в деревне». Давненько не выходили новые выпуски. Ох, соскучился по вас. Так что, думаю, надо прогуляться вместе с вами и вот этими барбосиками в прекрасном зимнем лесу. Здесь мы с вами еще, по-моему, не гуляли. Я вижу, даже скворечник висит на дереве. Барбосикам этот лес тоже, по-моему, мало знаком. Не помню, чтобы мы с ними здесь гуляли. Но, тем не менее, мне здесь нравится. Здесь растут огромные-огромные сосны. Огромные-огромные, просто упираются в небосвод. Вот. Давненько здесь не был. Думаю, надо навестить этот прекрасный лес вместе с вами. Буквально вчера вот здесь было ни капли снега. За ночь, за пару часов все опять побелело. Опять чувствуется зимушка, зима. Мне так нравится, когда люди вешают скворечники для птичек лесных. Ой, нравится, нравится. А еще, вот раньше я думал, что вот это вот нарост, это чага на березе. Меня поправили, сказали, что это не чага. Вот с этой штуки делают всякие поделки. Вот. Ну, значит, люди лучше меня разбираются в чаге. Но чага, тем не менее, говорят, очень-очень-очень полезная штуковина для организма. А еще вот под такими огромными-огромными соснами встречаются вот такие вот симпатичные шишечки. Я помню, в детстве делали с них поделки. Все, барбосам надо шишка сразу же. Вот, вот с этой вот красоты делали всякие декоративные штуки в детском саду, в школе. Напишите, друзья, в комментариях, вы делали с таких вот шишек какие-то вот декоративные красивые вещи. Мне всегда интересно наблюдать, вот как деревья покрыты зеленым мхом. Вот такое сочетание, и оно особенно красиво видно, когда это все на фоне снега происходит. А еще вот нравится вот забота людей о птичках. Кажется, лес никому не надо, а видите, люди очень-очень заботятся о наших красивых друзьях меньших. Этот лес омолаживают. Вырезают старые деревья, вот это березки вырезаны, красивые березки. А здесь уже сосны пошли. И вот с этой стороны тоже огромные-огромные сосны. Вот с человеческую ладонь, кажется, вообще она огроменная, вот эта штуковина. Да. Видите, все имеет смысл на планете Земля заканчиваться. Время у людей заканчивается, молодость, здоровье заканчивается. Все потихонечку заканчивается. Вот, свернули вот на такую аллейку симпатичную с барбосами. Им все интересно, они тут не были. Пойдем, 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 не бойся. Пойдем, тигра. Пойдем, пойдем, хорошая. Да, вот какая красота. Как они эти запахи любят нюхать. Вот всегда мне было интересно, какую они информацию почерпывают из вот этих запахов, которые носом своим, как пылесосом, в себя вбирают. Очень интересно. Но видите, пёсы далеко от меня не отходят.
Видите, место незнакомое, так что тут они ведут себя очень-очень скромненько. А на лесном домике, как пойдешь с ними гулять, о, все. Бывает, один возвращаюсь, а они еще долго-долго где-то гуляют по лесу. На пути нам встретилась старая-старая береза, на которой поселились три гриба. Вот такие красавцы. Первый, второй, а третий самого-самого верху. Даже четыре их вон. Третий и четвертый. Ну, это, наверное, тоже не чага, как я понимаю. А возможно и чага. Вот. Раньше я думал, что вот это используют для поделок. А возможно, это уже и есть чага. Впереди нас встречает интересная дорожка. По бокам сидят молодые елочки. С одной и со второй стороны. А над головой склоняются ветки в виде тоннеля. Такой тоннель получается, и ты проходишь сквозь него. Такое интересное чувство возникает. Настоящий тоннель. Кое-где даже надо и приседать немножко. Вот красота какая. Ах, хорошо-то как в лесу. Прекрасно. И только барбосы носятся туда-сюда. Все запахи надо понюхать, все разузнать, разведать, где что и как. Друзья, в прошлом выпуске я проводил конкурс на вашу внимательность. Он заключался в том, чтобы подсчитать количество слов-паразитов, которые я употребил в течение всего прошлого выпуска. И вы знаете что, друзья, с большим-большим отрывом, огромным отрывом, сейчас объясню почему, победила Татьяна и ее семья. Вот, Татьяна мне прислала целый лист А4, на котором были написаны слова-паразиты. И кроме того, было написано, сколько раз каждого слова-паразита я упомянул в этом выпуске. Как оказалось, они смотрели не один и не два раза выпуск, а несколько-несколько раз, и чтобы подсчитать точное количество. Так что, друзья, мне очень приятно поздравить Татьяну и ее деток, и ее семью с победой в конкурсе на канале «Художник в деревне». Ох, красота! Тем не менее, мы с вами подходим к интересному месту. Чуть-чуть свернув с основной дорожки, мы подходим к аккуратно сделанной лавочке среди леса. Здесь очень даже как-то симпатично все сделано. Лавочка добротно сделана, видно. Здесь лежат дрова на готовку. А вот там что-то поодаль. Сейчас мы подойдем, посмотрим. А вот это вот стол, как я понимаю. Вот это козлы, и на него кладутся вот эти вот доски. Импровизированный стол. Вы понимаете, какая красота? Вот здесь вот устроить чаепитие, покушать вкусно вот среди вот такого, пусть даже зимнего еще леса. Ой, обалдеть, обалдеть, обалдеть. Это, видимо, романтик делал вот эту лавочку и вот этот вот столик. Да, насколько у нас романтичные люди живут. Ну, я считаю, это очень классное качество у человека, когда вот так вот можно вырваться с семьей, к примеру, с детьми, в лес, от суеты, подышать воздухом, послушать тишину.
и шум ветра. Романтика. Правда, тигра? Правда, аватар? Правда, правда. И поскакали, поскакали. Чем дальше заходим в лес, тем больше начинаются буреломы. Просто заросли, которые надо как-то обходить, пробовать пробираться среди них. Пошел такой мокрый снег, можно сказать, даже дождь. Но в лесу он как-то наполовину даже ощущается, потому что деревья берут на себя половину всего дождя. И как-то даже особо не заметен дождик. А вот там он уже лежат огромные деревья, поваленные. И здесь вон дерево впереди. И вот там вон поваленные деревья. Здесь прошел какой-то мощный ветерок, который повыдергивал некоторые деревца. Да, что-то здесь мощное было. А дорожка становится все уже и уже. Видите, чем дальше в лес, тем уже дорожка. Тем все больше и больше мы входим в царство леса. А впереди нас встречает еще большая красота. Вот такое дерево склоненное, барбосы, несущиеся вперед, как стрела. О, прям как бизоны скачут. Такие деревья красивые, высокие-высокие. Чувствуешь себя маленьким-маленьким, когда смотришь вверх на эти огромные деревья. Вот сейчас будет ходьба по лесу с препятствиями, поваленным деревьям. О. И веточки все вот в таких сейчас, о, в таких капельках. Вон какая красота. А вот здесь вот, если видно, таракашка, букашка-таракашка. Давай. Опа, видите? Видимо, потеплело, раз паучки начали уже вылазить из своих норок. О, все больше и больше препятствий на нашем пути. Ой-ой-ой-ой, куда же мы идем? Что ж там будет впереди-то? Вон еще какое дерево наклоненное. Ах, красота, красота. Шли мы через буреломы и заросли, и вдруг мы вышли на шикарную-шикарную полянку. Я представляю, вот как здесь летом классно. Буреломы, потом выходишь, и такая зеленая, сочная травка. И солнышко падает своими лучами прямо на эту полянку, где бегают эти барбосики, красавчики. В общем, тут нам на одно удовольствие летом находиться. Чуть дальше за полянкой нас встречают необычные сосны, у которых много-много отходящих от них веточек. Эти сосны, они огромные, и вот этих веточек много-много-много-много. Огромное количество. Такая же самая сосна стоит и вот здесь. Вот эта сосна. И у нее тоже много-много-много таких веточек. Камера, конечно же, это все так не передает. Тигра где-то. Вот она, красавица. Но хоть что-то я хочу все-таки вам передать. Вот эти эмоции восторга вот этим красивым лесом, этими деревьями, которые спят под покровом снега. А еще я очень-очень люблю вот такие лесные аллеи. У меня много-много картин именно вот лесной тематики и именно вот такой вот аллеи, проходящей сквозь огромные деревья, лесных, даже не лесных, а вот городских парков, осенней тематики. Вот зимней тематики у меня мало картин, и вот именно вот такой вот
тематики, может, даже и нету, может, и есть. Но вот так я смотрю и вижу просто готовая картина. Прям бери на стену и вешай. Между тем дождик усилился, и мы с барбосиками возвращаемся из этого прекрасного леса. Я, друзья, благодарю вас, что вы посмотрели этот выпуск. Мне понравилось гулять в лесу, общаться с вами и делиться своими эмоциями. Надеюсь, это видео вызвало у вас положительные эмоции в вашей душе. Желаю вам, так же, как и себе, здоровья, бодрости духа, желания жить и совершенствоваться и дарить людям счастье. Я проверил на себе, чем больше ты людям даришь чего-то хорошего, светлого, позитивного, тем сам становишься более здоров, более счастлив и более радостен. Так что, друзья, буду рад с вами вновь увидеться в новом выпуске «Художник в деревне». А мы с барбосиками с вами прощаемся. Пока-пока!